Всем привет, ребята, с вами Геймер, и сегодня мы продолжаем проходить игрушку под названием Спокки. Я решил сократить название, ну и в пин, блин, это ужасный дом прыгучих призрак, я ну эти, блядь, ну его. Ну его. Так, продолжаем. Продолжаем, не понял, продолжаем, вот. Значит, 300-я комната, поехали. Я чё... Да чё так громко-то? Так смотри, кстати, в чем прикол? В чем прикол? Так, мы сохранены. А мы не сохранены? А почему мы не сохранены были? А как я тут оказался, если я не сохранен? Тогда I don't know longer I can go on. Что, куда? Я не знаю, как долго и я могу идти. Так, хорошо. Я не знаю, как долго я могу идти. Меня прикалывает вот эта вот штука. Штука, вот эта вот дверь, которая отличается от всех других. Так. Тут, кажется, что-то шуршало. Или гудело. А чё, лабиринт? О, лабиринтики пошли. Так, давай-ка один наушник сниму, но его в пень. Хочу слушать не только игрушку, хочу слушать и себя. Так, видим зеленую жизнь, дальше будет зеленый. Зеленый кто? Зеленый Марио. Марио, Марио. Дверь открылась. Опа, ты, да? Дверь, мы нашли дверь. Так, хорошо, так никого нет. Хорошо, замечательно. Замечательно, замечательно. Так. Кто-то, знаешь, такой. Такой, блядь, звук, не знаю, как будто кто-то что-то пьет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно, спокойно. Пока нет никого, никого нет. Хорошо. Блестяще. Давай, 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 идем, идем. Мы такие по кайфу плывем, плывем. Так, правда, бег очень-очень медленно восстанавливается. А, кстати, кстати, кстати. Кстати, я узнал. Я узнал, оказывается, количество комнат было написано в описании под игрой. Под игрой. Количество комнат равнялось тысячи. Количество комнат равнялось тысячи. То есть у нас еще около 700 комнат. Около 700 комнатецких. Ой, сколько это серий? Если будем проходить по 150 комнат за раз... Еп! Бать, ты чё? Хорошо. Луки. А куда? А сюда? Закрыт. А сюда? Луки. А чё за Вуда? А чё за Вуда Буда? One day strange... до свидания. А чё такое? А кто такие? Кем будем? But just... Баджаст. А меня в угол загнали, нет? Баджаст, блядь, меня в угол загнали. Никого нет пока. В смысле закрыто? Я чё, ключ проебал? Походу ключ проебал. Тут где-то ключ. Нет. Так, ну и чё? И кто? И кто из вас кто? Блять! Вот ключ, хорошо. Он нарисован. А почему нарисованный ключ я смог поднять, а нарисованные ножницы не смог? Давай вот эту открой. А, ну та, в принципе, тоже, понятно, не откроется. Ёпта! Нам сюда. Отвечаю, нам сюда. Всем при... давай, давай, да. В смысле, блядь, закрыт? А ты чё, охуял? Ку-ку, ёпта, ты где, блядь? Ты там, что ли, босс будешь, да? Да, босс. Еще один босс, Басецкий. Барбасецкий будет, да? Барбасецкий. Так, надо потише сделать. Так, тут закрыто. Значит, сюда это. Значит, там Барбасецкий нас ждет. А тут у нас опять... Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Так опасно. Туп.
Но опасно. Будет кровь, будет ключ, будет ключ из костей уч. А, идем к боссу, блядь. Идем, сейчас ему жопу надрать. А, кстати, мы же не можем надрать ему жопу, потому что у нас нихуя нет. А чё, а смысл нам идти тогда к боссу, если у нас ничего нет? Хотел чихнуть, не получилось. А, кстати, на правду. Если б чихнул... А ты кто? Пятитяку, а ходим и смотрим на меня. А что ты хочешь? А у него игла. А у него иголочка. А надо бежать, наверное. А, наверное, надо бежать. Бежать? Не бежать? Я слышал кости, кости слышал, звук костей слышал, так окей. И что дальше, мы типа бежим, бежим, нам так интересно бежать, бежим дальше. Типа, я думал зеленый черт опять появится, а зеленого нет, видишь, я думал служа появится. А он не появляется. Теперь у нас какой-то Будда Юда или какой-то Хировута. Конечно, мурашки у меня пошли после этого чайка. После этого чайка, кофейка, у меня мурашки пошли. Пошейка. Вот такая история. Нихуя не понять я. Там, блядь, что, волк у него живет или чё? Кто там завывает? И чё с ним не так? Чё с этим боссом не так, вот расскажите. Так, здрасте. Так, еще раз. Все-таки да, чихнул. Это означает. Это означает, что с боссом что-то не так. Это на правду, это на да, это когда. Это когда будет? Это сюда? Это сейчас бой будет, это будет бой, я тебе отвечаю, сейчас будем драться. Ну, не драться, а будем убежать будем от него. Где-то он нас будет пугать, где-то будет что-то творить. Ну, просто ж другие боссы-то, другие, летали, пугали за нами, что-то там превращали куда-то в кого-то, зачем-то. Да, так, это я просто не оборачиваюсь вообще назад. Хотя я сомневаюсь, что он такой быстрый, может за мной угнаться. Да, ты ж не можешь за мной гнаться, окей. Ну, бывает, бывает, конечно. Вот, бывает в жизни огорчение, передо мной явился ты, как море злобы. Нет. Бывает в жизни... Нет, явился ты... А хер его знает, я уже забыл, как стих, блядь. Я забыл стишок Пушкина. Как мимолетное видение, ебаной, сука, красоты. Кого-то там ты, иди туды. И сюда, и туда, и куда, и все, пизда, не надо, не надо, пожалуйста. Блять, я не туда пошел, да? Я туда пошел, друг, я, блядь, пошел туда, куда надо. Я пошел туда, куда надо, а куклы нету. Куклы нет. Кукла, а погоди, куклы нет, а где кукловод? Мы сейчас к кукловоду идем? Мы в гости идем, да? А он знает, что я ему в гости веду? Кто-то предупредил, что я иду к нему в гости? Нет, никто не предупреждал. Спуки, спуки, иди сюда, блядь. Выручай. Хули, хули не выручаешь. Выручи. Дай ляжку потрогать. Хорошо. Хорошо. Хорошо, еще раз. Хорошо, и направо, налево, направо, налево. Блядь. Прямо. Налево. Прямо. Прямо. Направо. Да, блин, в смысле? Тупо прямо, ну давай тупо прямо. Так. Так.
Хорошо. Так есть? Никого нет. А, 341 комната, 342. 343. А вроде 50 это сохранение, правильно? 50 сохранения. А у нас по-прежнему никого нет. Кстати, мы босса увидели, все, мы больше ничего не видели. Он за нами вообще даже не гнался. Это как, с чем связано, что он за нами не гнался? Типа, как так-то? Он обижает меня или что, я не пойму. Или он считает, что я недостоин его? Ебать, в смысле? 350, алло! Тут должна быть эта сохранялочка. Ты чё? Федя, блядь. Кстати, раньше мой канал был Федя Весельчак. Кто не видел, кто не слышал. Там даже вроде бы в описании канала было когда-то написано, что ранее известный как Федя Весельчак. Ну вот. А потом начал снимать не мобильные, а компьютерные игры. И появился геймер. Эволюция, знаешь, такой, с мобилы перешел на ПК и поменялось имя сразу. Да в смысле 351? Алло, когда у нас будет сохранялка? Это что, на 400 теперь? Кто? Где? Ты хули орешь? Кто там не кричал сейчас? А, блядь, зеленушка появилась, да? Все-таки, а, зеленушка, ты иди нахуй, хули ты стопишь, блядь. Ую. Ты чё, лужа. Кто обосрался? Не надо обсираться. Так, это какая-то плазма вообще идет, да? Зеленая... экзо или эктоплазма, короче, какая-то. Видать, зеленый чудик у нас появился с этой плазмы. Ну, от стопудово. Он где-то летит, да? Он где-то, блядь, летит. Да? А можно задом же, серьезно? Иди. А, вот и... А какой фига, блядь? Я пошел нахуй, я пошел дальше. Догонишь, а не догонишь ты меня, блядь, а ну и догонишь, у тебя такой, блядь. Хоть ты и летаешь, блядь, хоть ты и читер, сука, но я быстрее тебя. Я быстрее читера. Так, полетели, блядь, лети, сука, лети. Хорошо. Давай дальше. А он может проходить сквозь стены, я не помню. Вроде нет. Уже только белая умела проходить сквозь стены. Ебать, что за лабиринты? Всё, блядь! Кто меня укусил? Кто меня, сука, укусил? Неужели он проходит сквозь стены, а белая нет? Хотя... Ебать, если он сейчас ударит! Ух, живой. Так, хорошо. Куда? Так прямо-прямо хорошо, замечательно. Давай. Пока ХП не восстановилось, мы должны бегать. Раз, два, три, четыре, пять. Ух ты, блядь. Смотри, как повезло. Чисто угадал с первой попытки. А, мороженка, конечно. Конечно, я испугаюсь мороженка. Ты чё? Это ж детская игрушка. Да ебать, когда будет сохранение? Ты чё? Хорош меня, блядь, шаманить. У меня так уже нервы, блядь, расшатанные до предела. Так, мы идем направо. Я понял, направо нету лета. Направо нету лета, блядь. Идем налево. А там еще дальше будет разворот, да? Наверное. А, да, тихо. Так куда? Давай направо. Хорошо, угадал. Да, блядь, угадал. Хорошо, блестяще. Давай. А, ХП восстановилось, значит, можно идти. ХП восстановилось, значит, можно идти. Так, топаем. Так, 375-е. Будет конец? Да, ебать, на сотке, что ли? Когда сохранение? Ты чё?
Мудила! Дай сохранявочку, дай хрест. Хрест, но без венка. Че, он дошел до меня? Догнал? Не, я хер его знает, догнал, не догнал? Так, направо опять идем. Ну, типа, там, скорее всего, такая система, что если первый раз ты идешь налево, то второй раз направо. Во, блядь, не на туда! Не на сюда! Давай туда. Так, главное, всю ускорявочку не тратить за раз. Хотя он рывок делает, тратит до хера этого ускорения. Вот ты видишь, да? Типа, опа, и потратил ускорение, а рывок он не сделал даже. Так, прямо направо-налево. Mission complete. Так, прямо на... Прямо. Прямо на прямо, блядь, в смысле? В каком мы коромысле? 380, так, прямо. Лево. Прямо. Прямо. Еще раз прямо. А с... Погоди. А как так? Это типа дополнительный левел, блядь? Или что? О! Что такое? Что такое? Новый монстр? Блядь, зеленушка опять. Ты где, серушка? Ты мне не нужна, кстати. Так что иди гуляй. Ой, блядь. Блядь, сука, не надо. Ты хули он сквозь стены прошел? Как я, по-вашему, должен был от этого вернуться? Когда он передо мной появился? Когда еще и назад нельзя идти? Это как понимать? Так куда? Направо давай. Ебать, я обосрался, конечно. Так, хорошо. Хорошо, идем дальше. А почему... А, ага. А почему они меня не трогают в лифте, где хрест? Они боятся, типа, хреста, типа... это, знаешь, как священная вещь. Которая боится все, вся нечисть, вся нечистая сила, темная сила. Ты понимаешь, переходи на темную сторону силы, но ты будешь бояться Христа. Вот так вот как-то. Как-то так работает. Блядство, давай, пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо, 394. Куда направо? Надеюсь, направо надо было идти. Да, направо надо было идти. Так, хорошо. Давай. 400-я комната, скоро. 400-я комната, скоро. Давай, друг. Хорошо, так как. Молодец, красавчик. Так, а налево, реально. Смотри, какой я четкий вообще. Я угадываю, я просто предугадываю, в какую сторону надо бежать. Либо тут дверей дохуище, либо я реально такой предугадываю, где какая комната. О! Так, хорошо. Опять котик, опять сохранение. Так, хорошо, сохранились. Чё на этот раз не скажешь? I think this is my last note. Моя последняя записка. I'm going to die, having never... что-то там, я умер, никогда, мой... Реально, неправда. Что-то поставь. Отложи. Хорошо. Так, 400, что по времени? Пол серии прошло. А я больше не хочу играть. А поехали, я, блядь, не хочу больше играть, но поехали. Уи, вы не съели. Кстати, смотри, тут какие-то как отпечатки, ну не отпечатки, а кто-то тут подрал лифт. Да? Киса, это ты подрывались? Да, положи ты эту, блядь, записку. Так, куда? Налево. А, направо. Дверь тоже подрана, кстати. Так, 400-я, мы почти на половине. Открыли дверь. А, мы почти на половине, почти на... Ебать, только не ты, прошу тебя. А, в смысле? А кто тут живет? Нам дальше идти, серьезно? Хорошо. А в смысле тут? Это бесконечный коридор или что? Или я не понял что-то?
Блять! Ебануться, я обосрался! Ой, блядь! Ой. Ой, ебать, жарко стало аж. Мне аж жарко стало, друг. Не жалко, а жарко. Капец, я обосрался. Хотя мы его уже видели. Но опять же, элемент неожиданности работает всегда так. Опять мозги, да? Опять мозги. И что мы делаем с мозгами? А можно как-то взаимодействовать? А, я планирую взаимодействовать. А можно стол взять и кинуть на него стол. Мне нужны мозги. Мозги нужны всем, кто хочет думать. Знаешь, я, наверное, вот эту вот серию сделаю последней. Ебать, ну ты серьезно, опять тот же прикол будет. Окей. Готовимся, знаешь, мы не будем бояться. Мы не будем бояться, я, кстати, простужен, видать. Я простудился где-то. Смотри, я сейчас не буду кричать, если кто-то выскочит. А хули? А почему мы сюда бежим? А что случилось? А кто нас выкинул? Окей, смотри, последняя серия, это до 500-й доходим к кому-то. Я не хочу до 1000-й идти. Ух ты ж, ёб твою! Здоровка, кисулька. Кисулька, здорово. Епопнуться, ты чё, киса? Может не надо, а? Кисулечка. Что такое? Что такое, что такое? Часы, часы, часы хотят. Ой, блядство. А может не надо туда идти? Да пошли, блядь, к двери, правильно, правильно, пошли к двери. Ай, конечно. Конечно! Конечно, ты конечно, конечно. Та-та, 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 та, та-там, ты там. Та-та, 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 та-та. Ужастики пошли сюда. На-на-на-на. Вот это уже интереснее, скажи, вот это уже интересно, как какие-то символы такие сатанистские. Что-то происходит, кто-то происходит. А почему ты, блядь, крест не взял с собой, пацан? Взял бы крест с собой реально. И просто бы херачил бы кота и всю нечисть крестом. Как бы... Или что, или он тебя должен сохранять. А чё, тупик? Пизда? Пизда рулем? Нет, не тупик. А чё не меняются все? И ХП, кстати, не уходит. ХП, кстати, не уходит. Так, налево. Прямо. Да, здесь, конечно. Чё-то не особо страшно. Сейчас будет страшно, отвечаю. Смотри, 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 смотри. Скоро будет страшно. Скоро будет страшно, что пиздец, что я обосрусь, ты обосрёшься. И все нахуй обосрутся. Я не знаю, правда, чего ждем, мы чего ожидаем, но я тебе отвечаю, что мы обосремся оба. Обоя. Поклеил обои, обоя. Обоя, обои. Поклеил ты? Надеюсь, еще нет. Ведь тебе придется тогда их отмывать. Что это вообще такое? Это пальцы или что? Во что превращаются монстры? В пальцы? О! Музыка пошла уже такая угнетающая. Блять, что, мы опять котиков встретим или чё? Кого-то мы сейчас встретим опять. Ну смотри, мы тогда видели двух монстров, правильно? Правильно. Значит, теперь у нас кот был. Кот был, ух ты ж, ёп. Там дверь. Тихо, 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 тихо. Значит, там было два монстра, смотри, тут будет тоже, скорее всего, два монстра, то есть первый кот был. Не знаю, с чем связан кот.
Может, это Спуки, конечно, прикалывается с нас. Спуки. Пуки нас прикалывает. Но сейчас узнаем. Либо нам дадут еще... Блядь, опять красная комната будет, ну пиздец. Но я понимаю, что надо ожидать красную комнату. Я это просто понимаю. Так, давай на паузу поставим. Так, пауза. Запись идет хорошо. Пошли дальше. Я не хочу больше снимать эту штуку. О, блядь. А это уже из-за музыки, друг. Это уже из-за музыки я обосрался. Даже не из-за... Не из-за мороженки, а из-за музыки. Музыка слишком такая... Пугающая. Пиздец, пугающая. Прямо. Угадал? Не угадал? Не угадал? 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 Еще прямо? Прямо? Угадай! Блять! Прямо. Две прямо. Раз. В смысле? А что направо? Направо. Прямо. Налево. Ага. Так, прямо, право, лево. Ну ты понял, да? Сейчас опять выскочит, чекай. Чек! А нету. Блядь, Белушка, ты серьезно? Или кто это там дышит? Не дыши на меня. Ух ты ж, ёб твою! Что происходит? Что происходит? Ай, блядь, это этот. Кожаный мешок, да? Кожаный мешок, я понял. Это тут, помнишь, тот, что с тесаком ходил у нас по тюряге? Стопудово, это он. Он меняет все виды, краевиды. Он все меняет. И мне кажется, сейчас будет хуёво и мне, и ему, и всему. Значит, мы направо пошли, теперь налево. А чё ты не бежишь? А хули ты не бежишь? Беги! Блять, еще не туда, пиздец! А что, никого нет? Хорошо. Давай. Фух, прошли. Давай. Блядь, ну я не люблю вот эту вот штуку, конечно. Там, где надо ходить, бродить, вот эту, ну, короче, ты понял. Вот это, я не люблю этот Хогвартс с одной дорогой. Нет, точнее, с несколькими дорогами, ну или одной, или несколькими. Типа, а в чем прикол того, что он меняет все это? У меня должна быть психика поеханная или что, я не понял. Или он замедляет меня так? Ну вот он идет, смотри, вот он идет. Он еле идет, правда, но он идет. Этот говнюк, блядь. Мешок говна, просто мешок говна. Не кожаный мешок, а нет, это кожаный мешок говна. Так, хорошо. Хорошо. Но он же далеко, а чё вы мне его бросаете, как только я отбегаю где-то за поворот? Типа, он может издалека меня, типа, за несколько комнат? Или же всё-таки ему надо очутиться в моей комнате, чтобы поменять комнату саму? Еще знаешь, так дышит тяжело. Так, ага, значит, был кот. И кожаный мешок. Все, окей, значит, больше никого не будет. Наверное. Сейчас я чуть-чуть припугался, чуть-чуть вообще капельку. Ой, ебать, как же туго видно.
Хорошо, вот дверь. Я просто по памяти ищу двери. Чисто лабиринты я запомнил уже более-менее и ищу по памяти двери. А выемки — это помощники мои. То есть вот эти... Как их? Дверные. Ну ты понял, да? Наверное. Как их? Я забыл. Короче, рамки дверные. Вот они помощники мои. Они помогают мне определить, где дверь. Он, кстати, бежать за мной не будет. Он чисто идет, да? Хорошо. Если он идет, это хорошо. Если он побежит, это, блядь, я так буду материться, я так буду бояться, что пиздец. Да? Друг. А что ты обратно идешь? Тихо. Он сейчас прыгнет, ебать. Я обосрусь, если он прыгнет реально сюда. Я-то прыгать не умею, а он умеет, представь, если бы он умел прыгать. А я скоро бегу от него. Алло. Пожалуйста. 470-я комната уже. Там сохранение через 30 комнат. Ты чё? О, убежал так. Только как ты знаешь? Мне все равно... Блядство. Ой, сука. Сейчас опять кто будет? Кто сейчас будет? Ага. В смысле? Прямо. Ага, прямо. Направо. Прямо. Лево. Ну, блядь, а чё тебе не нравится? Типа, смотри, я сейчас пытался пройти так же, как я проходил до этого, но чё-то не получилось. Смотри, направо. Прямо направо. Нет, прямо. Направо. В смысле? Налево? Налево. Прямо. Да, я бы написал. Еще раз. Налево. Прямо. Налево. Налево. Тут, по идее, за мной никто не гонится. И направо. Лево. Лево, прямо. Лево. Хорошо. Все-таки меняется, все-таки рандом имеется. Разнообразие хоть какое-то, да, имеется. Так, сколько у нас? 20 комнат еще осталось. 20 комнат, за это время нас могут херануть, блять, по все плечи. Вот ровно 20 осталось. Смотри, что будет у нас 20-ки последней. Последние 20-очки. Так, 19, 18. Ой, блядь, опять. Значит, повторяю, эта серия будет последняя по спуке, так как, ну, блядь, ну ты смотри, мы 500 комнат прошли, и они все однообразные. Ну, ради финала там еще столько же проходить, но, блядь, я не хочу, если честно. И сорян, конечно, да, я за полное прохождение, но явно не этой игры. Мне тут скучно уже вообще нереально. Чтоб ты понимал. Да, резко выскакивает, иногда музыку подстраивают. Это, конечно, блестяще. Блестяще так, что... Ого-го. Но, вот смотри, сейчас выскочит где-то. Ну вот, конечно, видишь. Вот, конечно, он выскакал, блядь, высрал. Ага. А с чем это было связано? Сейчас лабиринт будет опять вот этот. Так, 7 комнат, 6 комнат. Давай, 5! Ух ты! И как раз серию можно закончить. 4, давай, 4. 3. Давай, 2. 1. Где 0? 0! Спуки, здорово, ёпта!
Well, here are you! Here you are! Ты живой, ебать! Ты в шоке, что я живой, да? Ой, you keep joining and going, don't you? Что-то там такое, погоди. Password chess. Out of order или туда. So enjoying, keep. Я маленький, хули я маленький. Что тебе, блядь, надо? Куда ты полетел, дура? Сохранись. Молодец. Вот, сохранились ли 500 комнат? 500 комнат. 500 комнат, понял? 500 комнат. Может быть, когда-нибудь я продолжу это прохождение. Так, смотри. Значит, что у нас имеет? Out of order. И вот эта штука. Тут у нас подранное, что до жопы. До жопы подранное. Тут у нас какая-то дверка. Значит, есть вариант пойти налево, есть вариант пойти направо, но я никуда не пойду. Я, блядь, останусь тут. Сука, всё. Ну а на этом все, ребята. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.